Hi guys, it's Ed. Welcome back to Warhawk Defense. In the previous video, we received a lot of comments about Tucker Carlson's visit to Moscow and the possible interview with the Russian President Putin. Therefore, we decided to make another video about the topic. Notice that we are not qualifying Carlson as a journalist or propagandist. We are simply giving you the facts and allowing you to draw your own conclusions. My name is Alexei. Tucker Carlson is stopped in Moscow. Praised by a local, timidly responds that he's merely in town to look around. Says he maybe will interview Putin. My name is Alexei. I like you. You're the best American journalist. Thank you. I'm from Moscow. Я люблю этот город. Он красивый. Thank you. It's really, yes. What do you do in Russia? Хотел на нее посмотреть. Я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено. Я не знаю. Они сумасшедшие. Реально сумасшедшие. Russian media report that Tucker Carlson left the hotel and headed towards the presidential administration. You can clearly see that Tucker is under protection from Russian security services. Russian propagandists describe Tucker Carlson's visit to Moscow. Wonders of civilization that US citizens cannot even dream of. Программа у Такера самая, что ни на есть туристическая. Он сходил в Большой театр на балет «Спартак», пообедал в хорошем ресторане, прокатился по городу и на метро, красоту которого не мог не отметить, и на наземном транспорте, где зарядил смартфон через USB-порт и подключился к бесплатному и быстрому Wi-Fi-интернету. О таких чудесах цивилизации граждане США мечтать даже не мог. And this is a propaganda piece made by Russian outlet Sputnik about Carlson's visit. На сегодняшний день, на мой взгляд, это самый смелый, самый отважный американский журналист, который смело высказывает свое видение, свою позицию. Такер Карлсон, он часто мелькает в новостях. Он правду говорит. Поэтому у него, кстати, проблемы в США из-за этого. Он сейчас, насколько я понимаю, сюда приехал. Вот. И его, не знаю, пустят ли его обратно. Я очень уважаю за его смелость. Я очень уважаю за его нормальное человеческое мнение о том, что происходит на самом деле. За его разумность, за его логику, за его понимание, где добро, где зло. Вот. И что он не боится это все высказывать. Несмотря на то, что он живет в стране, которая заварила всю эту... как это сказать, фашистскую кашу. Меня поразила, скажем так, откровенность, которой он рассказывает о реальных проблемах, которые есть, ну, в данном случае, в Соединенных Штатах. Вот. Очень хорошая подача информации, с хорошим чувством юмора. Я слышал о том, что он вроде бы приехал в Россию. Ну, что ж, добро пожаловать. Я считаю, что он держит марку порядочного журналиста, честного, открытого. Удивляет тем, что он идет против общей антироссийской пропаганды, которая в США проводится. И он высказывает свое мнение. Вот этим он цепляет. Ну и надо сказать, что очень положительно отношусь, потому что это объективный журналист, который реально показывает то, что происходит в мире, несмотря на то, что иногда его позиция не воспринимается особенно демократами в США, особенно как бы сторонниками Байдена. Я очень рад, что вот он прибыл в Россию, вот мне тоже рассказали, что он уже посетил Большой театр. И я думаю, что он здесь много чего увидит и узнает, что в России многие к нему относятся очень большим уважением. И желаем ему здоровья, благополучия, и пусть он продолжает эту работу. И я тоже буду рад, если вдруг у него состоится встреча с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Это было вообще великолепно. Free shooty stuff.
Хорошо, автоматно! This is some crazy close call. Чисто? Єна, я тут в укритті. Ми перебігли, ми зафіксувались над в укритті тут. Цинкуй 12. A Russian T-72 that was firing at Ukrainian positions in the east was hit by Ukrainian FPVs and damaged. U.S. supplied, M3E1, MAWS, used by Ukrainian special forces of the Main Intelligence Directorate. Gorar, somewhere in the Dnipro Delta, Kherson region. A video appeared online that reportedly shows Ukrainian defenders driving a U.S. M60A1 AVLB bridge launcher onto a civilian trawl. Necessity is the mother of mastery. We stand with Ukraine. Players of the Czech club Slavia Praha refused to play a match with the team who played with a Russian team and held a charity game in support of Ukraine. Together with more than 6,000 of fans, the teams raised funds for ambulances and medical equipment for Ukraine. Thank you for support. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Stay with Warhawk Defense. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day we had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.